В район Абаканской зоны отдыха наводить чистоту прибыли три министерства – национальной политики, молодежи и спорта, а также МЧС. Ради этого ведомства сократили рабочий день. Собирать мусор и листву чиновники начали с 3 часов. В большинстве это были рядовые госслужащие. Из числа министров сегодня на субботнике отметились заместитель главы Хакасии Владимир Крафт и глава МЧС Андрей Фирсов. Завтра на уборку своего участка на Дрене возле гостиницы «Дружба» выйдут и другие республиканские ведомства. Кроме того, чиновники расчистят территорию Парка Победы. А вот городские власти уберутся на улице Пушкина возле моста через реку Абакан.